12 часов дня 17-й школы, безлюдно на территории, непривычная тишина и внутри, пустые классы и только педагоги на своих местах. Внеплановые каникулы здесь начались для более 900 учащихся. На основании приказа управления образования по эпидемиологической ситуации, они нам рекомендовали ввести в школе карантин. У нас на данный момент процент заболеваемости ОРВИ составляет 20,2% от общего количества учащихся, это составляет 188 человек. Занятия отменили, чтобы остановить распространение вируса. Карантин – одна из самых эффективных мер для этого. Сейчас в 17-й школе противоэпидемиологические мероприятия. И в частности, проводится влажная обработка специальными дезинфицирующими средствами. Пока в Димитровграде это единственная школа, где полностью приостановлены занятия. Мониторинг управления образования проводят ежедневно. На сегодняшний день уровень заболеваемости составляет 8,7%. Закрыто на карантин в трех школах 11 классов. Это школа номер 2, школа номер 19 и университетский лицей. Вынужденные каникулы в 17-й школе продлятся по 9 февраля включительно. Кстати, школы на карантин в Димитровграде не закрывали как минимум последние 5 лет. Арина Макарова, Виталий Немов. Наше время.